За ним еще одно. И вон, видишь, пошел, вон. Лось. Неужели? Давай, выгляни. Ну, вот. Только бы вглубь не пошел. Было бы здорово, если он к нам бы пошел сюда. Ну, выгляни еще. Вглубь ушел. Это хотелось его увидеть поближе. Что есть? Все, он далеко уже ушел. А он тоже стоит и слушает. Он вон там уже далеко, уже метров, наверное, 200. Вот и свежие следы. Вот так, так, так. Он шел, шел. Потом повернул левее. И как раз в этот момент мы его увидели. Может, нам еще повезет? Может, мы еще увидим лося? Любим мы зимой погулять по лесу, и не только зимой. Пошли в лес в поисках лосей. В этом лесу они часто встречаются. Это засидка для охотников. Там вдалеке самый главный охотник идет. Еще одна засидка. Погода сегодня все так же теплая. Снег рыхлый. Идем, проваливаемся. Благо здесь накатано. Ну, в общем, наступила печалька. Пока я отставала от своего спутника, я прозевала корову с теленком. Они вон там вдалеке были. Очень печально. Надеюсь, все-таки я тоже кого-нибудь успею снять. Красивенько. Опять не успела снять видео. Легче всего увидеть лосей именно зимой, потому что нет листвы, им становится сложнее прятаться. Но когда крадешься по снегу, их очень легко напугать, и они начинают убегать. Вот буквально не успела пару секунд, как лоси стартанули. Причем с таким грохотом ломались сучки, палки. В общем, печалька. А это
Ванна Хрюнделя. Ну ладно, идем дальше в поисках лосей и с надеждой, что успеем снять видео. А это погрызы лосиные. Так вот они питаются в том числе. Свежие лосиные следы. Лоси, лоси. Прозрачный лес. А ты там не снимала это? Иди поближе. Кормушка для животных. Сейчас заглянем в нее, что там есть. Ошибочка вышла, это беседка для охотников. Какие елочки красивые. Засидка, засидка. Квартальная дорожка. Сейчас будем решать, куда пойдем дальше. В лесу птички поют, деревья скрипят, ветер шумит. Вон как деревья шатаются. Что-то показалось. Очередные следы лосей. Лосик здесь не крупный шел. Следов в лесу полно, точно так же, как и их отходов жизнедеятельности. Так, следуем дальше. Ой, провалилась. А вот, собственно говоря, и сами отходы жизнедеятельности. Так сказать, удобрение. Скоро начнется сезон весенней охоты. И мы будем проводить в лесу больше времени. Ну ты сам по себе горячий, ты лучше лосей смотри. Ой, а я на стоп забыла нажать. Ну ничего. Ну, значит, закругляемся.